Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я научу тебя играть ту самую песню, которую ты меня просил разобрать в Инстаграме, в ТикТоке, на Ютубе, в общем, именно она. А что это за песня, спросишь ты, то я тебе отвечу, что это просто Лера, песня Лютики. Скажу сразу, в этом разборе я покажу несколько вариантов боя, как ее играть в простом варианте, в легком и в таком интересненьком, поэтому обязательно смотри и выбери тот вариант, который тебе нравится. Ну а перед началом этого разбора я напоминаю, что у меня есть цель на канале собрать 100 тысяч подписчиков, осталось прям вот совсем чуть-чуть, прям крохотулечку. Если тебе понравится этот разбор, то обязательно подпишись, порекомендуй мой канал всем своим друзьям, своим укулелистам, укулелентам, всем, короче, кто играет на укулеле, мне будет безумно приятно. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Я лежу на заброшенной улице, в переходе раздавлена Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится, мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. У меня всего полчаса и закончится, забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница, я в подъезде, приди пообщаемся. Мне так просто нужно прижаться, забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, смотрю наши старые мультики в темноте. Обнимая букет желтых лютиков. Вот так вот я повыла, но она у вас будет звучать круто, потому что сейчас я научу вас ее играть. Разбор на укулеле. И, конечно же, мы начнем с наших любимых аккордов. Их всего 4. Первый аккорд — аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. Второй аккорд — аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну на третьем. Третий аккорд — аккорд C. Мы просто зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд — аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Получается ЕМ, G, C, АМ. Такая последовательность аккордов у нас сохраняется на протяжении всей песни, поэтому один раз выучили и играем от начала до конца. Теперь, что касаемо первого куплета и вступления. Да, тут и вступление. Я вам покажу несколько вариантов. Первый вариант оригинальный. В правой руке мы играем перебор. Если вы не знаете, что такое перебор, то на канале есть целое видео, обязательно посмотри. Мы играем перебор 4, 3, 2, 1, 2, 3. То есть на первой струне мы как бы немножечко задержимся, получается. И такой рисунок мы играем один раз на один аккорд, получается. Это у нас будет так выглядеть вступление. Да, вступление мы играем два раза подряд. Потом также сохраняем такой же рисунок в первом куплете. Это как первый вариант, как можно сыграть эту песню. Так как тут речитатив в куплетах, то есть мы не распеваем их, а более проговариваем, то вы можете столкнуться с такой проблемой, что ваш мозг не успевает это все проговорить и сыграть как оригинальный перебор. Да, вот она там. Лучше переходит раздавлен Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Не совсем ритмично получится. Поэтому есть второй вариант, как можно это сыграть. Тут тоже все очень просто. Мы будем играть один удар вниз один раз на один аккорд. Но при этом мы как бы не то что играем прям удар вот так вот. То есть вот таким вот образом не делаем полноценный удар, чтобы у нас все одновременно играло. Нет, а играем просто спокойно, провели палец вниз. И получится такой эффект, как будто мы играем на арфе. С аккордами получается. Со словами. Я лежу на заброшенной улице, в переходе раздавлен Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится, мы расходимся безболезненно. Таким образом вы можете играть полностью первый куплет, а можно сделать разнообразие путем постукивания по корпусу или банальной заглушкой. Это придаст некий шарм, потому что у нас просто один удар вниз звучит пустовато, и надо его как-то заполнить. Вот таким вот образом, или постукиванием, или глушением струн, или вы можете делать так. Мы такую фишку с вами изучали в прошлой моле, песня Клеопатра вроде бы, можете еще посмотреть. То есть или тут, или глушение, или постукивание по корпусу. И получится на первую половину первого куплета мы просто делаем удар,
А на вторую половину первого куплета мы уже делаем с глушением, с припамбасами, любыми постуками, которыми вам удобно играть. Как это выглядит? Я лежу на заброшенной улице, в переходах раздавлена Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится, мы расходимся безболезненно. И на слова «я сижу в порванной курточке» мы уже начинаем добавлять... Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится, забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница, я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться, забери меня срочно, пожалуйста. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами начинается припев. Припев мы играем следующим боем. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. На первый удар вниз мы как бы делаем небольшой акцент. И получается... Еще раз. Этот рисунок боя мы играем один раз на один аккорд. Вместе со словами. Когда мне грустно, смотрю наши старые мультики в темноте. У-ху-ху, обнимая букет желтых лютиков. Когда мне грустно, далее у нас с вами идет второй куплет. Также во втором куплете мы можем его полностью сыграть удар вниз и глушение. Один раз на один аккорд. Или же мы можем сделать, опять же, разнообразие на вторые 8 строчек. Просто играть 4 удара вниз на один аккорд. Сейчас все покажу, как это будет выглядеть. Мы едем на полной скорости в последнем свободном каршеринге. Но мы, как и он, не свободны. И он, как и мы, кем-то сделаны. Нам машут помятыми ветками деревья на выезде с города. Они, как и мы, очень молоды. И нам, как и им, очень холодно. Так дальше можно сделать 4 удара вниз на один аккорд. Мы едем на полной скорости и слушаем песни по радио. Они все такие обычные, тупые, однообразные. Ты куришь последние мятные и пьешь энергетик с трубочки. А я наблюдаю внимательно, влюбилась, дурочка. Да, на последнюю строчку «любилась, дурочка» можете также сделать 4 удара вниз. 1, 2, 3, 4. А можете сделать один, чтобы был какой-то плавный переход на припев. Далее, в припеве на первые 4 строчки мы играем один удар вниз на один аккорд. А на оставшуюся часть мы вспоминаем тот припев, который учили. То есть вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Сейчас я тебе покажу, поймешь. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте. У-ху-ху, обнимая букет желтых лютиков. Вспоминаем бой. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте. У-ху-ху, обнимая букет желтых лютиков. Можете сделать проигрыш, просто сыграть впустую бой и аккорды. Таким образом строится эта песня. Если тебе понравился этот разбор, то поставь свой лайк. Напиши в комментарии, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь показать мне все свои укулельные старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм, и самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Но для всех тех, кто хочет поддержать мои труды и старания финансово, то вы можете задонатить любую сумму на Донаталерс, или же подписаться на меня на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Так и знала, вот так и знала. Когда... О, какая крутая штука, мы сейчас ее тоже научимся играть. И... столько слов, мало дела, еще раз. И... Какая сложная песня, песос.